So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it do you think that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. Начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширения.